Ого-го, поздно-то как, домой пора возвращаться-то, блин. Опять заработался, о, машины разбиты, странно. А я-то что, не еду? Ну, давай-давай-давай, ну вот. Ночь на дворе, и я застрял в грязи, да блин, да сколько можно же? Блин, приснится же такое, а? Хотя сон сном, но, блин, что-то посерьезнее надо купить, чем вот эта развалюха. Продам-ка я ее, наверное, да? Да возьму что-нибудь такое эдакое, чтобы уж совсем. Что у нас в магазине-то есть? Volkswagen. Народный вагон. А что в описании? Ну, не знаю. Давай попробуем, посмотрим, что тут у нас интересного. Заодно на полигоне погоняем. Так, двигатель. Ну, двигатель помощнее, конечно, однозначно. Коробка передач, снегоход, подвеска. О, заказная. Закажу. О, как он прыгает прикольно. Вы смотрите-ка. Прыг. Прыг. Хе-хе-хе. Ладно, прыгучий автомобиль тоже пригодится. Шины. Шины посерьезнее. С цепями надо. Зимой будем. 35, 39, 35. По порядку. Возьмем предпоследний. Лебедка автономная, конечно. Ну, что еще? Запасная. Канистра? Запасная? Да обалдеть. Да. А что? Рядом прицепить канистру то нельзя было с запаской. Было бы прикольно. Ну ладно, это все дело житейское, канистра хрен с ним. Модули кузова, верхний багажник. Детали для ремонта 350, два запасных колеса и топливный бак на 180. О, емкость бака 121. Нормально. Гонять можно по Имандре бесконечно долго. Так, крылья. А я думал, в крыльях тоже топливо будет. Ну ладно, пусть будет так. Дифференциал, подключаемый шноркель, грибовик. О, вот такого у меня еще не было никогда, это прикольно. Разные, в разном, что у нас интересно, хромированные пороги, стальные пороги. О, стальные пороги. Броня! Ничего себе, лебедка. Лебедка пригонится, бронированное лобовое стекло. Во, то, что надо. Задний бампер стальной. Будет танк у меня, самый натуральный танк. Передний бампер, ну что-нибудь посерьезнее тут с броней. Правда, броня как заплатки выглядит. Перекрасим нахрен, все нормально. О, это тема. И диски. Вася любит диски и сосиски, как пел известный всеми певец и кумир молодежи 90-х Цой. Так, и надо покрасить. Вау, не. Вау. Ну что опять заплатками тут? Вау. О. И что же тут такого выбрать? Посерьезней надо отнестись к выбору. О, вот эта тема. Теперь ни один снежный человек ко мне не докопается, даже во сне. Доброго времени суток и хорошего настроения. Всем привет! Продолжаем знакомиться с модами автомобилей в игре SnowRunner. И у нас на очереди Volkswagen Atlas Airline 2017. Ссылку на мод, если что, вы найдете в описании под этим видео. И, как мы видим, автомобиль сделан добротно. Бронированные листы, бронированное стекло, мужик он сопли только что подтер. Теперь ссаться он на незнакомых дорогах не будет. И что же у нас внутри салона творится? Ну, внутри салона вообще-то даже... Прелестно, все прелестно. Я думал, даже видно не будет ничего, но все видно, все хорошо. И... О! Через броню, что ли, он высунулся? Молодец, молодец. Это прям толоконный лоб какой-то. А звучок у мотора какой? О, танк сразу видно. Слышно. А теперь не слышно. Ну, танк, танк. Однозначно танк. Ну что, пора тебя посмотреть в деле. Реально ты танк или нет? Сейчас увидим. Прицепы. О, кстати. Давно я не смотрел скауты, какие прицепы к ним идут среди модов. Ну-ка, ну-ка, ну-ка.
И, модуль геолого-разведки. Скажем так, это не модуль геолого-разведки, это уже далеко не модуль геолого-разведки, потому что это у нас броневик, а значит, это спутниковая связь такая. Прицеп-платформа, малая цистерна и малый прицеп-платформа. Круто. Да, конечно, изнутри, из кабины, решеточки обзор, ну, КГБ. Хотя, с другой стороны, зато пуля не пролетит. И теперь у нас испытание, оно не тонет, нет? Оп, ох, ребята, а оно реально не тонет. Сносит его, вода сносит, даже поднимает. Ну, я бы не сказал, что это оно, это даже круто. Он пролетел по воде или проплыл. Ну что, какой быстрый не любит русской, давай-ка с разгона, ну-ка и в столб. Ну давай, ну что ты как медленно, давай достакаемо. Эх, нифига себе, вот тебя колбасит, да ты так достань, не разгонишься. Ай-яй-яй-яй-яй, ты что делаешь-то? Хотя с другой стороны прикольно едем, да? Да. Нормально. Главное, не ползет как черепаха. И это радует. Приступаем к принятию грязевых ванн. Ну это косметическая процедура, вы не волнуйтесь, все нормально будет. Но только как-то вот он не очень хочет принимать и проваливаться. А ну-ка следующую. Да, вот. Давай, поехали. Не хочешь? А если так? Ну и броневичок. От погони он явно не уйдет. По грязи-то точно. Ну, хотя смотрите-ка, он шевелится. Он шевелится. И ну, очень-очень медленно. Да, он выезжает. Конечно, выезжает он медленно, но если вот призадуматься, то уже это становится быстрым. Клёво. Главное, что в этом-то случае он едет, и пофигу. Неожиданный результат, конечно, блин. Я думал, он там завязнет в самом начале надолго. Не, нормально поехал. Идет бодро и прям, ну, А у нас грязь поглубже, поговеннее. Не? Не поговеннее? Сейчас проверим. Давай. Ух ты! Воткнулся он хорошо. Теперь осталось посмотреть, насколько он проедет уже по этой грязи, по более глубокой. Но мне кажется, если я сейчас часик еще посижу, он, наверное, вылезет. Нет, вот тут он все-таки маленько завяз. Но я надеюсь-то на дорогах-то мы не будем по такой грязи-то ездить. Ну что ж, пора лебедкой. Ого! Куда крепить-то? Глаза-то разбегаются. Во! Там. О, я землю обогнул! Вот это я понимаю. Ну, зато с другой стороны лебедку хоть прицепил. Сейчас сразу гаражу себя и отмотаем. Так, во! Прикольно. Ну, давай. Плюхайся. Делай бульбулятор правильный. О! Что я могу сказать? Полный привод здесь постоянный. И вот давай, буль-буль-буль-буль-буль. Опасный уровень воды, он под водой. Подводники. Интересно, герметичность-то хорошая у этого автомобиля. Хотя я смотрю, вроде бы нормальная. И он преодолел вот эту большую глубокую лужу. Удивительно. Но самое интересное, там-то он по поверхности плыл на течение, а здесь нет, он по дну. Нормально, хороший автомобиль. И все-таки оно не тонет. И значит, это не оно. А вот наш японский, так сказать, тренажер препятствий Токочка-Тояма. И погнали. Раз, два, раз, два, три. Ух ты. Ого, как он прикольно прыгает. Танцор диска, ё-моё. Ой. Допрыгался. Так. А, вот, столб есть. Ну, точнее, это вышка. Ну, какая нам разница-то? О, подождите. Я в землю могу воткнуться. О, нет, не могу. Так, нормально. Погнали. Вуаля. Фокус. Погнали дальше. Их ты. Самое интересное, он ничего себе не отбивает. Это радует. На Имбодре, например, камней всяких полно, как мух на на той известной субстанции. И у нас вон есть еще аттракцион лежачих полицейских, корпоратив местный. И давай. Опа! И...
На самом толстом полицейском застрял. Видимо, начальник попался. Так, и что делать? У меня темнеет уже, а ты застрял. Блин, ты забыл, что происходит по ночам? Давай, колесиком зацепись. Зацепись колесиком, давай. Эх, ну еще. Ай-яй-яй, а назад? Во! Давай. Куда не падай? Опа! Перелезать чуть-чуть осталось. Нет. Так, я знаю, что делать. Однозначно знаю. Блин. Видимо, взятку придется дать. А ну! Я на машину сколько потратил. Еще и взятку давай этому полицейскому. Ну, тебе. Мы обойдем. Тебя. А я, блин, обошел. Что же это такое? Вот оно всегда так. Теперь они меня будут преследовать. Должен. Дело заведем, там всякое такое, блин, ну-ка тебя. Фу, гнать надо отсюда побыстрее. Еле свалил от них. Задолбай. Так, у нас что? У нас надо забраться на Ленинскую горку, выполнить бросок с шиной, как это обычно происходит. И самому не свалиться. Это главное, говорю, самому не свалиться. Не вертись. Вот, делай бросок. Какой-то старый газик и то получше подбросил эту шину, а ты не знай. Стрёмно. Давай-ка освежимся, там лужи есть классные. Вот это я понимаю. Броневичок выглядит, конечно, хорошо. Но колесики слабые, подкачаться надо. Давай, вот тут камешки есть, посмотрим, как ты внутри... Ты что, рыбку не спугни? У нас осталось буквально пару метров до того, что... Как у пару метров? Он уже забрался. Молодец. Прям настоящий вездеход. Ну что, проверим летные качества. Хей, там, куда я собираюсь приехать, это пригодится. Однозначно. Давай, гони, быстрее разгоняй. Ой-ой-ой, что с глазами? Ой-ой-ой, опять с глазами. Давай, лети, птичка. Ух ты! Ух ты, как он подпрыгнул, колобок, блин. Молодец. Хороший автомобиль. В воде не тонет, в говне не вязнет и летать умеет. Ну что, беру. Мужики, смотрите, какую тачку купил. Мужики. А где все? А? Блин, где все? О-о-о, сытся в деревне каждый старик, маленький мальчик купил броневик. Ну ладно, пойду съездю куда-нибудь, покатаюсь, может, кого и встречу. Съездю-ка я на старый маяк заброшенный, заодно и дорогу проверю. И в эту грязь он проехал, он там загогулина какая-то нарисована, но нам насрать на нее, мы едем к маяку. Да, вот оно, вот это я понимаю, лед. Лед дело хорошее, а у нас шины с цепями. Сейчас и посмотрим, как ты по льду поедешь. Небось, Нет, не забуксовал. Хорош, красавчик. Ух ты, вот это он разогнался. Вау, как он подпрыгнул. Ух, нихера себе, вот это да. Нифига себе, куда мне надо на маяк попасть-то. Обалдеть. Так, сейчас где-то спуск будет. А, чуть дальше? Ну, давайте чуть дальше к спуску проедем. Блин, надо было там повернуть. Да, пофигу. У меня броневик, мне теперь все можно. Погнали. Кстати, а куда я на самом деле приехал? Так тут дорога еще есть. Офигеть. То есть можно вот так по дороге, как нормальные люди... Хотя я сомневаюсь, это Имандр. Здесь как нормальные люди по дороге не получится. Здесь если ты по дороге едешь, то ожидай как минимум какой-нибудь западла в виде камней, грязи подо льдом и прочей хрени. Но тем не менее, рискнем. Надо мне к той синей пипке попасть. Блин, это дорога! Ах я... Ничего себе! Чуть не выругался. Это дорога! Я думал, задание простенькое будет. Так, быстренько дополз до... Жизнь проще мне не видать.
Да, ну ладно, дело житейское, как говорится, но погнали. Типа по дороге. Так, фары, прям как днем. Хотя я днем и еду, вроде бы как бы. Ой-ой-ой, ты мне камеру там не мешай. Ой, как я сказал. Прям как Пушкин, блин, великий классик. Основатель русского литературного языка, блин. Хотя ж что за препятствие, пропостит и все. Давай уж. В общем, ко мне нипочем. Так, это что? Это тоже дорога? Да. Не ожидал я такой дороги. Тихо, ты как-то. Как я вляпался, в какую я вляпался. Давай, проезжай. Вот, мы все верим в тебя. Особенно я. Блин, да нифига себе, вот это маяк. Дорога тут есть, дороги тут нету. Вранье все это. Но я проеду, у меня броневик, мне все можно. Осталось чуть-чуть. Можно сказать, финишная кривая. Вот как он прыгает хорошо, прикольно. Акробат. Броневик-акробат, не меньше, так и назовем его. Эх, ты что, ты прям какое, блин. О, маяк. Здравствуй, маяк, а где смотритель маяка? Эу, награда. Всего 210, а? Ну, репутации-то. Ладно уж. Тут неподалеку местечко есть. Сгоняй-ка я туда. Сувенир на память жене привезу. Давайте подведем итоги и определимся, что же это за автомобиль такой Volkswagen Atlas Airline 2017. Ссылочку на этот мод вы найдете в описании. Ну, а я начну с внешнего вида. Внешний вид, как вы уже заметили, очень хороший. При этом его можно настроить как вот в виде такого броневика, так и гражданского автомобиля. Ну, может быть, в этом случае у него есть одно маленькое но, небольшой недочет. Вот эти бронелисты, они всегда одного цвета. Хотя, с другой стороны, можно было бы сделать их перекрашиваемые. Ну, чтобы под цвет самого корпуса. Они перекрашивались, и был бы такой вот, ну, однотонный, скажем так, цвет. Мало ли, вдруг кому-то будет интересно перекрасить в однотонный цвет какой-нибудь яркий, но с бронелистами. А так, в целом, все хорошо. Мне внешний вид понравился. Сделан классно, детализация хорошая, и вообще, в целом, автомобиль смотрится очень даже симпатично. Ну, а насчет проходимости вы это и сами увидели. Как он подпрыгивает на камнях, как он проезжает по снегу. В целом автомобиль очень даже хорошо себя показывает на нашей распутице SnowRunner. Ну, а если что-то случится, то лебедка, как всегда, нам в помощь. Вытащим себя с легкостью. И в целом, если так вот призадуматься, то я думаю, многим любителям скаутов этот автомобиль понравится. Ну а я все, вот, сувенир на память получил. Пора возвращаться домой, в гараж. Спасибо за просмотр. До новых встреч. Пока-пока.